Евгений Светлов, Стрелцев. Барабанщики редко, за исключением меня, умеют говорить с микрофоном. Вот микрофон. Да, Ришат Мёрл. Ришат – это великий шоумен был. Кроме того, что это был фантастический барабанщик, это был артист и шоумен. Сколько было придумок, и... Но мое впечатление, когда я первый раз увидел по утренней почте этого человека, просто упал со стула, как человек это делает, есть такие барабаны. И опять мальчик. Рядом с длинным штативом стоит. Проблема. Давай я просто. На машине? На той, как я сказал, хорошей. Вот или пол. Фокус. Здорово. Ладно, это не счастье. Зато не прожорливая. 16 Судьба барабанщика. We'll be right back.
Упала? Нажми на паузу, пока ты снимаешь, нет?